Сейчас середина августа, и кукуруза понемногу начинает поспевать. И значит, подошло самое время отобрать некоторые початки на семена, чтобы они потом доспели до конца и уже были хорошие семена. Как я это делаю? Как и для других растений, как для помидоров, для перцев, я обычно отбираю два отдельных растения кукурузы. То есть вот этот я возьму, и там он еще где-нибудь с другого рядка возьму. Это беру здоровое растение, чтобы было, чтобы достаточно было на ней, ну, чтобы были неплохие початки. И уже на этих вот двух растениях кукурузы я оставлю по початку на семена. Почему с двух? Ну, я делаю это на всякий случай, может, я перестраховщик, но из тех соображений, что семена у меня свои, постоянно, чтобы семена не потерялись, я делаю так. Два растения беру, что если брать одно, то по каким-то причинам, может быть, это растение окажется или больным, просто не видно сейчас, а семена окажутся некачественные на следующий год, или какие-то генетические, может быть, отклонения. Вероятность этого очень низкая, но тем не менее она есть. Поэтому беру два початка и тем самым исключаю все эти такие вот моменты, которые маловероятны, но тем не менее могут быть. Вот, отбираю два хороших растения, отбираю на каждом из них по початку. Ну вот хороший початок. Если есть сомнение, что початок хороший, ну можно даже это дело проверить. Ну, например, немножечко так вот расщепить и посмотреть там, насколько хорошие там семена. Ну вот здесь вот. Вот здесь вот посмотреть вот так вот. Вот видно, что семена нормальные. Початок завязался. Ну, потом можно немножечко прикрыть. Ничего страшного в этом не будет. И вот этот початок оставляется на семена. Затем я эти початки помечаю. Ну, я подвязываю обыкновенные веревочки. Получается примерно так. Вот такую веревочку. Ну, можно что-нибудь как-нибудь другим способом пометить. Это на тот случай, чтобы этот початок случайно, ну, в общем-то, не использовать в пищу. То есть, говоря по-простому, чтобы его случайно не съесть. Вот один початок я пометил. Вот второй помеченный початок. Тоже на семена. И вот эти два початка, они будут оставаться на кукурузе до той поры, пока совсем не поспеет. То есть не подсохнет вот эта вся оболочка. И тогда уже можно будет их срывать. Потом они дозарятся и уже будут извлекаться из них семена. Возникает вопрос, зачем так много семян я запасаю? Два початка — это очень много семян. Ну, дело в том, что я люблю, чтобы всегда был запас. Это во-первых. А во-вторых, эти семена, они хранятся несколько лет. И можно не каждый год запасать семена кукурузы. Ну, а излишки, они никогда не помешают. И всегда можно поделиться ими с друзьями-огородниками, что я и частенько делаю. Вот так я выбираю семенные растения кукурузы.